Да, я знаю, что яйцо это сейчас довольно-таки дорогое удовольствие, которое еще и не везде найдешь. Но это традиционное китайское блюдо, а именно маринованные яйца. Я научу вас делать это просто и так, чтобы желточек оставался жидким. Вкуснотища. Включаем нашу плиту и ставим ее на средний огонь. Нам понадобится 100 мл соевого соуса. Выливаем 100 мл рисового уксуса. Смешиваем со 100 мл воды. Все это выливаем к соевому соусу. Соус рыбный, 1 столовая ложка. Уксус обыкновенный, 2 столовые ложки. Сахар, 2-3 столовые ложки. Сахар перемешать до полного растворения и дать нашему соусу остыть до комнатной температуры. Пока наш маринад остывает и приобретает комнатную температуру, нам нужно подготовить наши яички. Для начала их помоем, а затем сварим. И если у вас мелкие яички, то варить 4-5 минут, не более, по одному. Чтоб не разбились, правильно? Аккуратность еще никому не помешала. Ждем 4 минуты на среднем огне. Добавьте перчику чили. Если прям острый, половинку. Если не очень, то целый. А после варки яйца лучше залить холодной водой. Далее добавляем наш волшебный раствор. И добавляем 1 столовую ложку кунжутного масла. Сразу пойдет приятный аромат. Добавляем наш перчик. И все хорошенько перемешиваем. Яйца должны настояться хотя бы одну ночь. И важный момент, если они не полностью у вас утонули, то переворачивайте их время от времени, чтобы промариновались со всех сторон. Ну вы посмотрите, какая красота. Таких аппетитных яичек я еще не видел. Давайте попробуем. Они прям жиденькие, такие приятненькие. О, прям давишь и вытекает. Они очень нежные и прям тают во рту. И я прям настоятельно рекомендую сделать такие яички. Давайте еще попробуем. Ставь лайк и подписывайся обязательно и пробуй их повторить. И смотри другие наши рецепты. Всего хорошего и приятного аппетита. Кстати, нам эти яйца понадобятся и для следующих рецептов. Например, для рамена. Приятного аппетита, дорогие друзья.